Журавель! Чё? Чё? Что еще за чё? А где здравия желаю, товарищ полковник? Где эта вся моя любимая херня? Товарищ полковник, вы как только зашли, я в Фейсбуке сразу вам написал. Здравия желаю, и смайлик поставил. Ага, а я лайкнул. Да вы охренели вообще, что ли? Да вы пока вы тут в своем интернете сидите, там сейчас план не выполняется. Там преступность падает, а? Так это ж круто. Ага, не благодарите. Да вы что? Вы замахнулись на основы системы мироздания? Ты что, не понимаешь, журавель? Ты в глаза мне смотри, журавель, когда я с тобой разговариваю. Ты понимаешь, что не будет преступности, не будет и нас с тобой. Ты понимаешь это или нет? Ах, вот так вот, а? Хорошо. Я этого не хотел. Видит Бог. Но я вынужден пойти на крайние меры. Раз, два, три! Алло. А что случилось? Где интернет? Что с Wi-Fi? А? Ну? И что делать теперь? Что делать? Делайте то, что и раньше делали. Ты воруй, а ты лови. Так мы так и делали. Мы играли в поймай вора, ну. Ага. Я воровал, он ловил. Мы уже на 10-м уровне были. Хватит! Этого вашего интернета! Пока план не выполните, Wi-Fi не будет. А знаете что, товарищ полковник? Кто? Я никогда не думал, что я вам скажу это. Ну-ну, говори, говори! Ну, я скажу. Знаете, вы, товарищ полковник, вы. Ну? Сейчас как-то помягче подобрать слово. Я сейчас в Википедии гляну. Ну-ну! У меня нет слов, товарищ полковник. Потому что ты без интернета уже двух слов связать не можешь. Выполняйте! Черт. Черт! Кто двери подвинул, сволочи? Я, конечно, не гомофоб, но... Вы чем здесь занимаетесь, а? А, товарищ полковник, только вот здесь соседнего магазина интернет добивает. Ага. Я вам чем сказал заниматься, а, придурки? Мы делаем все, как вы сказали. Я ворую Wi-Fi. А я ловлю Wi-Fi. Ах, значит, говорите, вся жизнь у вас в интернете, да? Хорошо. Где это? А, о, полковник публикацию сделал. Надо зайти лайкнуть. Отсюда кажется, будто мы... Товарищ полковник, удалите, коллеги не поймут. Братва не простит. Удалю. После того, как выполните план. Я манал, я воровать. Стоять! А я ловить товарища. А, тихо, ты меня догонишь. Я уже догнал практически тебя. Все-таки... Что-то хорошее в этом интернете есть. Что? У меня 40 лайков? У меня столько лайков никогда не было. На меня подписался генерал. Приветствую, генерал. Что я написал? Ху. Генерал! Генерал! Так, внученька, это за вчера. Да. Скажите, могу я вам сегодня чем-то помочь? Ну, конечно же. Давай. Так, с чего мы начнем? С давления или противовирусные? Давай начнем с противовирусного. Хорошо. Так. А почем у вас самые дорогие витамины? Самые дорогие витамины у нас стоят 5 гривен. Ой, хорошо. А почем капли в нос?
Самые лучшие капли у нас стоят от 3 гривен. А, вот и до? До 3:20. Ой, как хорошо! Ну что, перейдем к давлению? Что, так сразу? Начнем с пониженного. Да, я уже чувствую, как у меня все понизилось. Давай. Лекарство стоит? Ну? Оно стоит. Ну, говори. 2 гривны. Ой. Но для постоянных клиентов. Что? У нас скидки. За? 50%. О, спасибо, внучка. Спасибо. Таких цен даже в молодости моей не было. Приходите к нам еще. Ой, конечно, зайду. Тра-ля-ля. Это что было? А, это у нас сеанс ценотерапии. Ну, как вам объяснить? Просто когда пенсионеры приходят к нам в аптеку, им становится не очень хорошо от цен. И мы говорим другие, намного ниже. А, это что, помогает это? Знаете, да, помогает. Даже некоторые перестают болеть. А хотите попробовать? Оно реально работает? Да не, ну это... Первый сеанс бесплатно. А, да, давайте попробуем. Чего нет? Я вас уверяю, вам очень понравится. О, это... Ух, это мощно. Каждому клиенту у нас индивидуальный подход. А, круто. Не, слушай, ладно, там... Бензин по 5, доллар по 8. Но с картошкой по 20 копеек это было. Ох, это был экстаз! Ну что, что-то брать будете? Я брать? А, не буду. Спасибо. Вот прям здорово же стал. Вот прям чувствую прилив крахмала. Ух, молодец какая ты, а. На. Да зачем же? Это же было бесплатно. Спасибо. Конфет купишь себе, детям. Спасибо. Не знаю. Завтра к тебе приду. Нет, чё? Я к тебе всю бригаду свою приведу. Всех кровельщиков, монтажников, шпаклёвщиков, штукатуров. Ух! Ух ты, какая, а? Ух, Еще чуть-чуть, и можно будет вторую аптеку открывать. Следующий. Можно? Осторожней голову. Ага. Добрый день. Здравствуйте. Присаживайтесь. Сажусь. Села. А это вы с кем сейчас разговариваете? С ногами своими. У меня просто ноги длинные. От мозга сигнал не доходит к ним. Приходится орать. Да уж, длинные. А куда путь держите? Да, автобусный тур по Европе. 10 столиц за 3 дня. Не завидую я тому, кто перед вами сидеть будет. Ну, да. В автобусе еще ничего, а вот плацкарте это уже, знаете, как шлагбаум через весь проход. Шлагбаум. Впервые встречаю такую длинноногую девушку. Знаете, длинные ноги это не всегда хорошо. Да? Да, иногда это сплошное разочарование. Вы знаете, тут у нас процедура стандартная. Я должен вас обыскать. Ну, так сказать, досмотр провести личный. Досмотр личный? Да. Ну, не волнуйтесь, ничего страшного. Ничего страшного. Я очень деликатно. Все это все-таки девушка интересная. Вот. Можно мне попросить ваши длинные ножки раздвинуть немножко? Шире ноги! Говорю я себе обычно в такие моменты. Тяжело вам с такими ножками, да? Ой, да, они... Ой, щекотно! Впервые вижу, чтобы женщина совсем ноги не депилировала. Просто трудно достать. Видите, я же длинная, вот. Ну да. Здесь тоже надо посмотреть. А, да, смотрите, знаете, пожалуйста. Вот. Ого! Что? Вы чем-то занимаетесь, да? Да, бег там, этот, приседание. Приседание, вот,
прыжки. Вы знаете... Что? У меня появилась идея. Какая? Дождитесь меня тут, я сейчас. Куда же я денусь? Я сейчас. Сейчас. Без вашей печати. Вика! Чего это он меня трогает, а? Слушай, ну я как-то, наверное, странно выгляжу. Вот и трогает. Блин, жарко у тебя там, вообще дышать нечем. Слушай, я свой паспорт не теряла, так что давай терпи. Еще раз он меня, тебя тронет, я ему глаз дам. Это я тебе глаз дам, если мы в Венецию не попадем. Идет. Представляете? Что? А ваш автобус на целый час задерживается. Как это? А чего это? Ну как-то. Сообщили, что в вашем автобусе кто-то без паспорта едет. Нелегал. Будем искать. Вот, это вам. Проведем, как говорится, время с пользой. Вот. Ну, знаете, я, когда увидел вас, сразу понял, что всегда мечтал о такой высокой женщине, как вы. Да. Ну, знаете ли, мы длинноногие, это сплошное разочарование. Да? Угу. Но я думаю, что такое разочарование меня не будет ждать. Ой, не советую вам. Ох, Венеция, терпи! Да, придется немножко потерпеть. Целый час. Ну ничего, я вас развлеку. Анекдотиком, да? Может, не надо? Какая вы мощная. Не советую вам. Ой, мужчина, не советую вам! Ох, не советую вам! Это как так можно было меня ногой-то, а? Ну, я же говорю, длинноногие женщины – это сплошное разочарование. Счастливого пути. Благодарю вас. Всего хорошего. Ага. Вот это женщина! Эх, мне б такую. На троих. Нет. Молодой человек, послушайте, я же сразу вижу, что вы профессионал. У вас такие ноги прям накачанные, обалдеть можно. А вы давно бегаете? Да не, недавно, а что? А то я каждое утро бегаю, а вас не видела. Это вы, наверное, с тренером, да, занимаетесь? Скажите, а давно? Я вообще сам работаю. Скажите, а сколько вы километров в день пробегаете? Ну, по-разному, а что? Это, наверное, с вами тренер занимается. Я поняла. Скажите, а где он вас ждет? На финише, наверное, да? Да, надеюсь, что нет. Ай, стой, падла! Стой, говорю! Это мой тренер, мадам, сорян. Здрасте! А можно мы с вами вместе будем бегать? Что? Я просто вижу, что вы профессионал, у вас такие ноги накачаны. Скажите, а вы давно бегаете? Как только у меня барсетку со всей выручкой из маршрутки сперли, сразу побежал. Да вы что, скажите, а каким вы стилем бегаете? Слышь, ты бегать любишь, да? Да. Вот догонишь его, буду тебя в маршрутке весь год бесплатно возить. А давайте! Давай. Спорт, это же жизнь! Давай. Побежали! Давай! 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 Да! А нет, нет, показалось. Показалось нормально. Нормально, думал. На троих. Любимая, все принес, как ты и просила. Вот, пожалуйста, селедка, да, бананы и шоколад. Вот, да, там... Огурцы где? Огурцы... Огурцы и мороженое. Ну, Саш... Какие соленые огурцы и мороженое? Ты что, не мог сам догадаться, что я хочу огурец макать в мороженое? Ну да, правильно, да. Так вкуснее же. Так, действительно. Сейчас я в магазин быстренько... Только быстро, пожалуйста. Что-то еще? И холодца. Где эти холодец в июне найду-то? Холодец из сгущенки, пожалуйста. Быстрее, пожалуйста, холодец из сгущенки. Да, хорошо, холодец, сгущенка, огурцы, мороженое. Все, хорошо. Ну, что так долго? Ой, солнышко, там очередь просто была. Тут все купил, холодец, тут все есть. Вот. Ты меня не любишь.
как не любишь, как не любишь? Ты что, любишь тебя очень сильно, любишь? Да потому что я толстая. Ну, какая ты толстая, что ты, солнышко, ты у меня такая худышка, стройняшечка такая. Хорош. Добрый день. Да, здравствуйте. Как наши дела? Кушаем. Да, таблетки от обжорства помогли? Еще больше ей захотелось. Подождите, стойте, вы что, вот это все съели? Я сколько раз вам говорил, что если вы не прекратите так питаться, то ваше пузо, оно никуда не сойдет, понимаете? В смысле пузо не сойдет? Что вас удивляет? Подождите, она что, не беременная? Нет. У нее просто ожирение. А я думаю, действительно, как это может человек 2 года быть беременным? Вы очень умный человек. Сань. А? Я креветок хочу и зефира. Сама сейчас встала, пошла себе и купила креветки и зефир. И вообще, хватит жрать, ты посмотри на себя. Ты же вообще, куда это годится? Так, быстро принес мне зефира и креветок. Чего? Что ты говоришь там? Доктор, она меня жрать начинает. Доктор, несите зефир. На троих. Вольно! 5 минут перекур, и потом снова начинаем маршировать. Здравствуйте. Явились, не запылились. Здравствуйте. Звали? Вызывал, но я думала, что вы придете после работы. Так я уже год как после работы. Ну, как дебош устроил сразу меня. Теперь ясно, в кого пошел ваш сын. Да, весь в мать. Очень жаль, что нельзя уволить из детского садика. Ваши вот эти вот мероприятия мешают мальчику развиваться. Развиваться? Да. У него недавно был урок рукоделия. Рукоблудия? Рукоделия. Да. И знаете, что он сделал? Да. Фу. Прикольный чертик. Это не чертик. А черт знает что? Да опять! Че это черт знает что? Это... О-хо! Брашка! Причем малиновая. Это малиновый компот! Был! Но потом месяц постоял под кроваткой вашего сына и превратился вот в это. А я еще думаю, почему он просил кроватку возле батареи? Это что, все? Нет, не все. Еще мы учились рисовать. Ну? И вот, что нарисовал ваш сын. Ну что, красиво. Написано Вася, хотя его зовут Коля. А, точно, Коля. Ну, может, он хотел, чтобы его Васей назвали. Нет. А это, оказывается, был шаблон. Какой еще шаблон? А. Ну, это... Я понял. Я ему всыплю по первое сейчас. Но это еще не все. У нас у детей начали пропадать игрушки. А. Так знаете, где они нашлись? В шкафчике у вашего сына. Понял, не продолжайте. Я ему скажу. Поверьте, больше вы его расколете. Но самое главное, это ужасный инцидент. Я даже не знаю, как вам рассказать. Яна Викторовна, можно вас на секундочку? Что за тёлка? Это нянечка. Так вот, на тихом часу Яна Викторовна решила заснуть. Да. А ваш сын не спал. Вот. Да ладно. Так а как? Ну, в смысле, чем? Чем-чем? Типа вы не знаете, чем это делается. Фломастерами взял и написал у меня на животе. Не забуду мать родную. Мать моя женщина. А эту фразу он написал на спине у Яны Викторовны. Женщина, вы только не волнуйтесь. Я поговорю с ним, пройду среди него воспитательную работу. Вот как раз я хотела бы вас попросить не общаться с вашим сыном. С каким... А с таким вы пагубно влияете на вашего сына! Вы можете хотя бы месяц с ним не разговаривать? Исчезнуть куда-нибудь, уехать, я не знаю, уйти в запой! Вообще-то я
таким не занимаюсь. Но если женщина просит, я не могу ей отказать. За женщин стоя! Локтя! Ты что здесь делаешь, а? Да, давай это. Ты нам сейчас всех клиентов, то есть этих водителей распугаешь. А? Та же фигня. Только водители вас что-то не особо любят. Ну, не считай извращенцев. Ты это, как бы с выражением-то поаккуратней. Это самое прибыльное место на трассе. Мы 2 года его прикармливали. Ага. Та же фигня. Я, между прочим, здесь тоже не первый день, но... Ну, вы поняли, что я не первый день. Что поняли, что поняли? Я говорю, не сравнивай, мы вообще-то гаишники. И что? А то, что ты зарабатываешь деньги нечестным путем. Причем вот таким вот своим вот гадким этим способом. А мы. А что мы? Ну? Согласен, неудачный пример. Значит так, братики, смотрите, я вот от уточки никуда не уйду, потому что место прикормлено, здесь я зарабатываю минимум штукарь за день. А? Не ту работу мы с тобой выбрали, походу. А знаешь что это? Давай-ка ты это вали отсюда, ага. Поняла? Вот. Потом посмотрим, сколько ты заработаешь за 2 дня в КПЗ. Ладно, я не гордая, я свалю. А вы горите в аду. А мы оттуда не вылазим, ага. Нам там прохладно. Да. Так, ну что? Ты смотри, какие сегодня гады все медленные, а? По правилам ездят все. Так мы кассу не сделаем. Ага. Слушай, сейчас, если дед... мисс, фрау, рыжая, бесстыжая, вернись! Что ты орешь? Есть деловое предложение. Тебе денег не хватит. Да не для этого предложения. Сейчас. Ты что задумал-то? Сейчас. Так. Ага. Вот сюда. Можно вас поставить? Вот здесь, девушка. Ага. Сам себя поставь. Это не бесплатно. Ну, давайте. Вот просто тут постойте, вам все равно где стоять. Ага, вот здесь, да? А мы с тобой, наверное, вот сюда пойдем. Ждем. Ну что ж вы нарушаете, а? Ну там же знак был. Ну простите, ребят, ну на девушку засмотрелся и знака не увидел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, на дорогу смотреть надо, на знаки. Так что, может, что-то решать будем или будем оформлять? Не надо ничего оформлять. Может быть, договоримся. Ну, другой разговор. Все, хорошей дороги. У поворота. Конечно. Вот, бачишь Пузенко? Так. В бизнесе главное что? Что? Партнерские отношения. Слышь, вот. Партнер. Красавчик. Погнали дальше. О, 7-й за 5 минут уже. Ага. Продолжаем? Да. Так.